Привет, с вами Информ ТВ. Известная советская актриса Маргарита Терехова уже долгие 15 лет тяжело больна. Все это время она прикована к постели по причине болезни Альцгеймера. Она не встает и уже никого не узнает. За Маргаритой Борисовной ухаживают сиделки. А недавно советская звезда столкнулась с новой напастью. У нее обнаружили коронавирус. Александр, сын актрисы, рассказал, что они лечили маму дома, а журналистам ничего не говорили, чтобы не нагнетать панику. К счастью, все обошлось. 79-летняя актриса выздоровела. Также Александр рассказал и о буднях своей мамы. Цитата. «Альцгеймер прям накатывает очень мощно. Через 3-4 года ты человека не узнаешь». И говорят, что нежелательна смена обстановки. Периодически мы ее кладем в больницу, но это перевозка. Мама лежит в этой машине и думает, что же происходит, куда меня везут. Известно, что дочь и сын актрисы делают все, чтобы Тереховой было комфортно дома. А ведь когда-то они даже не догадывались о страшном диагнозе, думали, что мама, как обычно, витает в облаках. Вот что рассказал сын, цитата. «Нам сначала было непонятно, что с мамой. Она растерянный человек, все в этих высших сферах витало, но в какой-то момент эта рассеянность и отрешенность перетекли в болезнь. И в такой момент нужно брать за шкирку и вести к врачу, даже несмотря на то, что она говорит «со мной все хорошо». Именно так с грустью в голосе рассказал Александр. Дети Тереховой очень страдают, что им приходится видеть маму в таком состоянии. Дочь актрисы недавно говорила сквозь слезы: «Мамочка, родная моя, любимая наша, как мне хочется поговорить с тобой, похохотать, погрустить, спросить совета, сидеть, обнявшись у моря и смотреть на закат, как в детстве, погулять в лесу, пойти в театр, красиво одевшись. Как я хочу, чтобы ты пожалела меня или похвалила, или даже рассердилась, ты же рядом», – сокрушалась дочь звезды. Несмотря на горькие прогнозы, будем надеяться, что все будет хорошо. Спасибо, что посмотрели наше видео. Удачи!